Друзья, сегодня мы побываем с вами по приглашению нескольких домов на развалинах бывшего кинотеатра «Горняк», потом перестроенного в кукольный театр и впоследствии разрушенном. Это Кривой Рог, Покровский район, центральная дорога от остановки Универмаг до остановки «Горняк». Жители прилегающих домов на протяжении десятков лет безуспешно пытаются добиться от властей навести в этом месте порядок, но куча бетонных обломков и поныне там. Ну все, пошли. Вот все, въезд во двор. Вот уже мужики ремонтировали. Бабушка, это после ремонта, да? Ну так мужики и сам не робили, из того, что подручного материала. Нам. Понятно. Они будут снимать их. Так, пошли сюда. Оце вже привезли, оцей мусор нам розгрузили. Оце глина. Оця кучка, да? Да, глина. Уже беруть і підвозять сюди, всякий хлам. То есть вместо того, чтобы разбирать площадку, то они загружают ее, да? Я не знаю, кто это привозил, но это таке тут робиться. Воно, дивися, там оно, ты подивись, что робиться. Люди потихонечку мусор вилаживают, да, здесь? Да, да. Подивися, что робиться. Ой, дивись, під ноги. Та, Сережа, він не скакає, дивиться. А тут что у нас было? Кінотеатр «Горняк», а потім театр робили кукольний. Детський кукольний театр, понятно. Ми почали строїти, але не кончили його. І як давно це розвалини? Я пам'ятаю, він стояв такий... Розвалини вже 3 роки. Так, і що, Сережа, тепер по ночам б'ють ось ці будівельні конструкції, людям мешають спати і... Ну давай по одному вначалі. Розвалини «Горняк» закрили, в мене син йшов у перший клас. Це було десь 66-м я... Ну, саме позже 70-й, мабуть. Так, ти на Лену туди, не на мене. Десь 70-й, да, Лена? Ну, так. Да. Десь 70-м було. Та так, щоб колектив видно ж було. О, як закрили «Горняк», а потім почали кінотеатр, той, кукольний строї, так? Кукольний, так. Да? Да. Кукольний за счет горизонта шов, за счет горизонта сухої балки. Это я хорошо помню, тогда еще в стройбанке работала. Он шел за счет горизонта. Там статья была коммунальные по коммунальным. А потом вот это вот и пошло. Развалины. Потом, оце год 6, наверное, у нас выкупив якесь разрешение Кривой Рог дав. Под снос, да, или по что? Да, что там, я не знаю, что они там планировали. Бетонные плиты повывозили, все металлом повывозили. Дорогу розбили, а там у нас дорогу зробили, в'їзд був нормальний, зараз вони її розбили, бо тяжело, оці, їздили тяжелі машини. Тяжело, і на тому кончилось. Пошли далі. Пошли туди, посмотрим. А тепер по ночам, вони б'ють, витаскують арматуру. І вони мешають людям спати, віддихати. Понятно, куди ви обращались по цьому поводу? Ой, обращались, зараз. Сейчас Таня вот подойдет, она все вам расскажет. Пошли туда. Мы же обращались в горисполком. Карому писали письма, но ответов никаких не было. Характерно, что при Союзе плохо живется. При Союзе «Горняк» построили, кукольный театр. А потом при Союзе начали его закрыли. При Союзе закрыли. На ремонт закрыли. На ремонт, не надо. Я тут живу давно, дуже ще й строїла «Горняк». Якби ти знала, як у мене серце розривалося, бо я його строїла за копійки. Я вірю, тому що мені теж нравився «Горняк». А потім його закрили. Закрили на ремонт, а потім вже пішло, поїхало. 80% готовності було кукольного театру. Це жінка непосредственно бухгалтером підоформлена була. І тут 80% готовлено було. Союз розпався? І то розламали. Ну, тепер там пішли. Пішли туди. Да. Сережа, ось Тетяна Сергеївна. Вона виставила в Ютубі. Добрий день. Куда обращались, что делали по поводу? На Facebook видео выставляли вот съемку вот этого всего нашего беспредела. Позвонили? Да, и это обещали приехать с первого городского, но так и не приехали. Насколько мне там по комментарии под видео писали, что суд выиграл.
Да, я зашел, тут выиграл. Кто у кого выиграл? Город выиграл у хозяина. А это... Да, и так они его не могут предъявить. Выиграли, гроши посчитали. Хай вывезут, якщо вони... Так, если есть решение суда, надо его поднять просто и привести в исполнение. Мне так писали там в комментариях, что это, что мы знаем, что суд выиграл, а к исполнению так и не могут. Так, вы обращались в официальные структуры, вот говорят, к Карам обращались, там еще к кому обращались, это голова УБЖП. Какие ответы? Нет, мы обращались. Ответов никаких поэтому не было. Скромно было умолчено. Там было, мы много писали. И за Горняк писали в том числе. Но никто ответы не дал официально за Горняк. Так, а есть эти обращения? Можно их посмотреть? У вас они где-то в наличии? Сережа, я не знаю, если я не выбросила, я не могу. Найдите, да, посмотреть. То есть, ну, интересно, обращение, там же есть официальный, как, когда они принимали, дата входящего и так далее, поэтому можно востребовать ответ. Он должен копии. Быть. Серега, у меня копии остались. Копии есть, да? Да, хорошо. Мы ходили, по-моему, копии у меня остались. Я... Наверное, осталось, надо подивиться. Мы были там, вот так, а теперь пошли. Да, пошлите дальше. Девочки, идите сюда. Вы рассказывайте вкратце, потому что я не сильно в курсе. Вот тут видите, батюшка все скидает сюда, туда можно пройти. Угу. Ну идите, я за вами. Это ж плиты здесь лежали, а эти металлисты поразбивали все, позабирали это и оно. Оставались одни руины. Тут это мусор уже собі кидают, бачите? Свалку зробили мусора. Вот такие плиты, да, разбивают? Да, вот такие плиты. Это... Идемте, сейчас покажу, где они лежат. Там идемте, лежат, я за вами. Битые. Куда идете, я за вот вами. Вот там они тоже. Хорошенько, это ж сфотографировался все. Ось все привезли, бачишь, все. Это все битые. Да, тут были все конструкции. Плиты, мусор, дивися, бачишь, все, свалка мусора, диви. Так самое главное, что школа, вот. Да, что школа. Смотрит, дети лазят. Школа, это вот это вот, по прямой, да? 57-я. Мы балакали, и я найду все. Дети тут лазят, это даже не... Да, дети лазали, как гнездо. Да, лазали, да. Там. Вот уже забор, они же забором обнесли, и все, забор уже убрали. Да, забор убрали. Сережа, пошли, я покажу там, где вот они уже разбили плиты. А теперь я там не могу ходить. Хорошо, я хорошо сходить, а я по плану. Вот все, Сережа, бишь, мусор не все заробили. Хорошо, не бывает. Кругом мусор пороблять. Диви, що робиться, дивись, вон ще яке буде, літо йде. Це блоки, це були блоки фундаментні, здесь їх побили. Ну, коротше говоря, з тої сторони ще пройдеш, мусора стільки, а амброзія ось як піде. Ну, ти хоч зелені зараз. А от тепер, Сережа, посмотри, ось здесь ніхто не косить, ніколи. Велик, такий хороший скверик. Посмотри, у нас центробуд покосил, у нас порядок. И посмотри, что здесь. Это город, насколько я должен, понимаю, должен заниматься этим вопросом. Вот, а через стих, а потом тим будет. Вот явно. Mm. Это буквально свежее. Понятно. То есть раскалывают плиты и достают, да, металлические достают конструкции. Арматуру, достают арматуру. И люди слухают. И днем, и ночью це гепают, це раз той. И мусор кругом. Я смотрю, остатки забора, вон там остались какие-то, да? Да. Это было обнесено таким забором? Да, да, да. А потом, да, когда начали это все выезжать, то эти это посносили. Тут только там кусок и остался. Центральная улица, тут сколько машин, сколько всего, и вот это развалины. А где вы говорили, дорогу разбили? Что-то машины, которые вывозили, дорогу поразбивали, которые тяжеловесные. Они там заезжали, с той стороны. Там, в основном, а, с той стороны. Было, там ну, тоже надо посмотреть там будет. Сережа, иди туда, как с Кропивницкого, и все там. Хорошо, пошлите. Вот эта дорога тут у нас была. Дорогу хорошу зробили. Подивися, як вивозили це. Ось сюди ями, оно ями попровалювали. Це іменно машини, так, да, которые да, вивозили. Так, да. Тому що вони грузили пліти, багато пліт. І оце тими машинами це розбили. Потім тут у нас тільки легкові їздять. Легкові розбити не могли. Кропивницька з цієї сторони видно. 25, я вижу. Це тільки зі здорові розбили. Що ти, смієшся, такі гарні їздили. Осторожно, машини, щоб вас не збили. А по поводу ям вы писали куда-то? Мы... Этим же ГАИ занимается, насколько я понимаю. В райисполкоме мы ставили вопрос по це. Він сказав, денег немає.
Никто не во дворе подивиться, какие тротуары. В райисполком это корытник, это да, да. Покровский, да? Да, райисполком. Да, да, корытник, то я не знаю, это, как его называть. Это Инцогоковский, бо я пришла, человек возмущается, кому что это, блин, за хозяин, он хозяин тут будь на улице. Это, что позакрывалось, это зазеленело, тут такие мусоры кругом. И кидают в добавок. И никто ж не буде з палкою стояти. Наші хазяїни так. Ось, бачиш, це і туди можна зайти глянути. Угу. І це украшення, дивися, кругом люди, діти, центральна вулиця. І оце таке, це зелені. А зимою в мене є відкритки, де я зимою знімала. Це страхіття. Да, зараз дерев'я, листя немного прикрили. Да, прикрило, і мусор не видно. І ось його пліти порозбивала, дивись. Да, вижу. І амброзія пішла рости. Треба так сняти, щоб вийти здраву дорогу. Да, тут такие развалины, как после бомбежки прямо. Да, подивися, як хто не знає, що таке Донбас, то хай прийдуть подивляться. Да, гори. У нас кусочок Донбасу тут зробили. Гори строительного мусора. Так, це не те слово, Сережа. Оце тільки колони залишилися від горняка. А тепер за той сквір, там амброзія вже починає прогресувати. Це ваш музикальний фонтан? Так, да, це був строїлий музикальний фонтан. Ну, його построїли, раз тільки включили і все, більше його не включали. Він раз так, в общем, пообрізав вже, як 16-й був. Він так більш-менш навів порядок, покрасив, повбирав труби ті, ну так більш-менш. А тепер, в прошлому году не могли знайти, хто должен займатися цим сквериком. Ну я смотрю, ніхто взагалі тут не вбирає, не косить, трава все заросла. В прошлому году ми воювали. І в цьому году така... А лампочки освещения горят, вот эти вот фонари? Так, це в дівчат треба спросити. Я тут сюди не хожу. Тут хорошо зроблено, мами з дітками приходять. Ну, такий бур'яний, ти подивися, що робиться. Ну так, да, ну я смотрю, урни ось ухажують, тобто пакетики ну, вішають. Ну, перед цим убрали, а то і урни були поперевернуті. Спірік дуже хороший для віддиху. Тут би зробили дитячу площадку, в нас немає її, щоб велосипедами на коньках діти каталися. Тут хай би мами віддихали з дітками, ну ти бачиш, що робиться. Біжу. Так, а тепер колектив, хай скажуть, вони хочуть, щоб була тут, убрали і робили дитячу площадку. Нам не треба магазини, півнушки, цього більше, ніж треба. Кругом, подивись, які бур'яни. Материал вивезти. Ну правда, треба було вивезти, до кінця вивезти, щоб тут ровненько було, а не оці ключі. Жена, хто його контролював? Вілку продав? Так, чи хто продав? Хто продав, то довго контролював. О, а тепер правильно його контролювали. Він забрав все, що треба, порозбивав, порозламував і на тому до свідання. Що там построїли тут, я не знаю. Тут повинна бути площадка. Дітей на цьому купі стільки багато. Дітей очно. Площадки-то не заробляють. На коньках катаються по дорозі діти. На роликовых. На тих скейтах. Там должна была быть вместо этого ну, пост... да, на скейтах тоже діти по дорозі катаються. Хіба це так можна? Построїк на Цивоково, як на 44-му, то на 16-й. Да, на 16-й був. Да. Там спеціально ограждено все. Діти менше шкоди робили, конечно. Так здесь должен был тротуар быть, а ходят по дороге. А потому, потому что тротуар, ось кусочек є, а там уже пішло камінь. Що ж буде? А бур'яни? А ці як коляска тут попробуй проїсти. Як оці, що кусаються і вредні, як вони?
Клещи. Клещи в траве. Кто будет? Я, дівчата, оцей горняк я строїла. Строїла, і от ділочні роботи робила. Як у мене серце боліло, як його почали валяти. Узяли, розвалили. Ага, ремонт. Ремонтували годин 5. Вони не ремонтували, не строїли, вони реконструкцію робили кукольного. За счет горизонта, кстати, Марія Васильевна. Тоже после вони почали крутити. Так что вы предполагаете, кроме площадок и вот всего остального? Ну, то есть надо какие-то ваши действия по обращению к властям местным, там, районным, допустим, городским УБЖП, там, или, допустим, на Вилкулана городского. Какие ваши действия, вот письменные именно действия? Документально, вот кроме того обращения на Карова, куда вы еще обращались? Вам надо коллективное, до Вилкула. Коллективные мы заявления надо. Вилкул был в дворце пионеров, угу. Он есть женщина. Мы написали ему записки, давайте в письменном виде. Мы задали в письменном виде, когда вывезут оцей мусор из горняка. Что он ответил в письменном виде? Они сказали, вывезем, сделаем. На Кировке чи на Артемі я задавала лично вопрос, писала записку заместителю Вілкула, ага. А Вілкул вже смився і приїжджав на зустрічу. А він відповів, я написала, скажіть, будь ласка, скільки може лежати мусор і коли його вивезуть? Він сказав, до 9-го вивеземо. Уже 3 дев'ятих пройшло. Це удобно. Якого года саме не сказали? Удобно зараз. Уже я знаю, но вони, наверное, УДОДу ще заявляли. Замістителем УДОДу був тоді. А ми були, я говорю, що я пошукаю зараз копії, ми були у того Карого, ми писали за цей сквер, за горняк. Ну, нам ніхто нічого, він пішов приймати, давати інтерв'ю Первому городському. І більше не явився, а та, що його заміщала, теж ще таким гонором, що ми претензії могли з'являти. Да, Лена? Ще з таким, що ми пред'являємо претензії. Це хто? Це зам Карова? Да, я не знаю. А як звуть? Не знаю. Вона нам не представилась. Вона не представилась. На хто почала приймати? Да, вместо нее він пішов, і вона сказала. Это в горисполком ви їздили, да? В горисполком. В горисполком. В райсполкомі це ми були, це як собирали. Так що, Ванечка, поки ти виростеш, тут вже зроблять площадку. Романові вже 50 років будували. Скільки от горняка пройшло? Літ 30? Та більше. Рома йшов. Около 40. Так, підожди, слухай, моїй Валі було 4,5 роки. Я ще ходила сюди в горняк, бо він Валю нянчив, а я й ходила в горняк, поки він нянчив Валю. Толі вже 63. Ромки 49 год. А як йшов перший клас, закрили горняк. 49 год мінус 42 года, як закрити горняк. І пішло-поїхало. Уже 40 год це точно. Оці в нас уровні. То лазили, тут і покойників знаходили, все тут знаходили. І горіло, пожарних визивали. Пожарну визивали. Да. І не доб'ємося. У нас не дружні люди. Дивись, скільки домів вийшли один раз, одну дорогу перекрили, другу, третю, четверту, брик, м'ясо. Сказав председатель райсполкома, перекривайте. Да. Ми сказали, що ми перекриємо. Це ми були. Сказав, перекривайте. Да. А їх це що було? Йому по барабану це все. Он следующая Уфімська, пожалуйста, там от є. Перекрийте. Рей, привіт, що ти скажеш, Рей? Грей, що ти скажеш по поводу мусора, га? Чаще, там взагалі невозможно йти. Давай почали туди, а потім наш. Давайте, показувати. Да, в'їзд вже зробили. Та він зробив, він фотографував все. Я смотрю, кто-то пытался бетонировать его, но так... Это наши, мы, это такие ямыши. Это все сами делали. Люки, да, бетонные такие, покоцанные. Это все сами делали. Бо не можно было заехать у двери. У нас тоже люка не. Ну, у нас позакрывалось, чтобы мы все не позакрывали. Романовна, где вы руку повыдавали? Они туда... Рей, идем, идем, хороший мальчик, идем. Мальчик, 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 мальч
Это домком. А, домком по поводу травы? А, то белка, белочка. Сами убирают. Ну, это, ну, это, наверное, не территория дома, это, наверное, больше городу относится. Конечно. Это домком, они их территория, они тут дорожки. Так, сюда дома. Ну, туда, ну, покажи, вот там. Да, тут заросло, о, тут вообще тротуар у вас веселый. Ну, тут, конечно, веселый. Асфальта почти нету. Асфальта нет. Во дворы еще можно посмотреть, какие там асфальты, да. Нету. И по Ватутиной, там, как до остановки, ну, тоже далеко я туда ночу. Тут вообще. Вот, и люди, дивись, идут по дороге. Потому что людям ничего не остается, ноги какие-то ломают. Понятно. Там дальше, я так понимаю, магазин обязали плиточку положить, а тут никто не занимается, да, потому что... магазин, это был Укрсибан. Там, там, как до остановки идет, там такая самая история, как тут. Да, на остановке. Пошлите в дворы. Это домком дом косить. В прошлом году він оставив амброзію. Чому ми пішли одні? Пішла на центр. Ми пішли одні. Чого? Тому що воювали, не ворушаться. Ми йшли одні. А повиростало какое? Большое, самі рвали, да. Ламали, щоб ті були. Самі корні оставали. Еле допросили засыпать щебнем. А тут яма была, да? По колено в грязи ходили. Ну тут полгода. Проводили что-то, я не знаю. Да? Да. Что-то робили, да. Ну вообще те, кто занимается вскрытием поверхности, они должны восстанавливать. Восстанавливать. Даже не восстанавливали. Так, вон ну что, пошли туда дальше. Вас там как скажете. Там нормально. У нас так же восстановили, посыпали щебнем, еле допросили. Она щебень, там оставалась дырка. Так они придумали и положили плиту. Просто положили, это же до поры до времени. Ну, а тут это, ну, да, там мы еще, наверное, какие-то как-то заделали. Красота. Где именно? Вон, смотри, какая дорога. Ну да, тут проселочная дорога, да, такая. Діти едут кататься на роликах на улицу, на дорогу. Діти на велосипеде на дорогу едят кататься. На тих, як їх забували. Это какой у нас дом сейчас? 31-й. Это Томского, да? Это 31-й. Да, Конкевича, раньше Томского. Конкевича, по-моему. А, Конкевича, да. Ну, люди стараются держать якийсь порядок, ну. Тротуар, то ми самі, це як дома строїли, все це, бачите, що робиться? Та віжу, да. Ну, а далі теж саме. Ну, наші, дороги, да, скорее, нет, чем есть. Хай наші. Ну, дороги, говорю, скорее, нет, чем она есть. Да. Ну, нет, это не дороги, такие маленькие, да, это направление. І у нас там так само пошли, у нас двор, тому що ми виступали. Хай нас не обидеть. Сейчас, секундочку, я ще сюди сніму. Поганяє. Діти маленькі не можуть ходити, падають, тому що воно ж як мала дитина. Біжить, не дивиться під ноги. Оце все. Воно туди дивись. Смотрю, у вас ще один железний люк остався. Ой, на що осталося? Ще той поміг. Якби баби не пиляли. За зебру. Говорили, зебру він сказав, за зебру, що... Да. Ну, що дано зробиться? Ну, проєкт уже є. А коли зробили? А коли зробили? Оце, тут не живого міста в нас немає. Воно колодці попровалювалися, коло колодця вже асфальт провалився наскрізь. А що воно їм нужно? Це поки виходили, вимолили, щоб зробили цей ось кольбодець. По поводу дома. Дом, посмотрите на этот подъезд, цветет, окна выбитые, они просто рамы сгнили и вываливаются. Стока нет. Скоро завалится эта сторона дома и эта завалится. Обратите внимание, пожалуйста, я вас просто прошу, потому что да, там я кошмар. Снимаю. Ливень был такой, залило все в подъезде. Ветер хлопал, выпали стекла. А у нас, вы знаете, кабель воруют каждую ночь почти. И залазить им теперь ловушку кто-то сделал. Обратите внимание, пожалуйста. Вот это до подъезда, смотрите, тут старые люди, идите
машина не травмируется? Ни скамеек никаких. Вот там оно, дивися, дырка какая. Сами лепим и все. На устройство двора. Ничего в дворе, никого. Вот особо, что сделали, так оно и есть. Ничего, а гроши берут. Ого! Тут тоже, дивися, коріння, бачиш, розростається і вивалюється все. Буду під'їздувати криси, де розпонароблювали стіки, що не співаємо їх лампічки. Соседи у меня муж, оно с балкона. Они сами своими руками делали, потому что тоже все такое. Ну, это мы еще в домкоме. Да, ну, то есть, ну, тем не менее, что, все равно. Ну, в общем, надо, все сами. Скажи. Понятно. И кром, ты подивися, кусочек. Это дитина мала. Да, Лена бегает, чтобы он не упал, потому что оно же, как дитина, бежит, оно под ноги не дивится. А оно, бачит, яма на яме, яму поганяет. А это... Красиних, оце ми теж заліплюємо ці дирки. Тут ось одна дирка, бачиш, що це заліпили? Криси про дирку зробили. Оце дирку заліпили. Ось ось ще не заліпили цю дирку. Оце бутилками позатикали дирки. Оце дирки криси ловлять. Я не знаю, що робити з тими крисами. І забор у нас самодільний, як украшення. Тому що, якщо забор убрати, то тут буде проходний двір, тут буде все, що хочеш. Воно бачить, який самодільний забор у нас. Не намагаються його зворувати? Він же металічний. Ой, тут же ми слідимо за ним.